А перед началом данного видеоролика я хотел бы вам посоветовать канал VipGCall365. Это мой друг, и у него крутые видео. Сегодня у него там был стрим по Майнкрафту. Вообще он регулярно стримит. Ну а также у него смешной монтаж и топовые видео. Думаю, вам понравится. К тому же у него еще 95 подписчиков, поэтому давайте поможем ему набрать до Нового года 100 подписчиков. Думаю, это будет лучший подарок для него. Ну а мы начинаем. Всем привет, ребята! С вами Рома Лептон. И сегодня мы с вами наконец-то закончим проходить карту от подписчика, которого зовут Капуста Лол. Между прочим, карта очень хорошая, поэтому я бы посоветовал бы тебе сделать вторую часть этого приключения. Ну а мы начинаем наш видос. Итак, ребят, как вы помните, мы с вами остановились на том, что я не мог найти еще один блок под золо, когда он был у меня... Я костер потушил, это хорошо? Нет. Короче, я дико затупил, и тут, оказывается, был блок под золо. Мне подсказал этот самый... Капуста Лол. Итак, что же, кстати, сейчас вам может быть не слышен звук, потому что я играю с наушниками, с подключенным микрофончиком. Если не смотрели мой обзор, на них рекомендую посмотреть, а также подписаться на канал. Ну, ладно, что же, продолжаем. Итак, что же, и тут где-то была автошахта. И идет в шахту. Ну а если серьезно, то я просто чуть-чуть почитерил, но никак без этого было нельзя. Кстати, ну, в принципе, ничего нового. Но шахта прикольненькая, мне нравится. И у меня чего? Жесть, я этого никогда не замечал, капец. Но она может ломать. Ух, отлично. Копаем, копаем. Где же наши алмазы? О! Что это такое? А где алмазы? Тут же должны быть алмазы. Должны быть алмазы. Еще что-нибудь. Ладно, давайте добудем весь булыжник, как перфекционист. Опа! Что это такое? Опа, ча-ча-ча, алмазики, парта-тар-та-тар-та-та-та-та-та. Ты-ты-ты, больше тут ничего нету. Сколько там алмазов у нас? 4 алмаза! Ой, капец, ну я случайно закрыл. Так, что здесь? А, назад я могу. Фух, назад я могу. Так, большое спасибо. Что это такое? Лаборатория у них, может быть. О, червячело, ну здорово. Дать алмазы сразиться. Серьезно? Пасхалка. Ну ладно. Хотя бы это будет кто-то тебя. Мадам. Опа! Слушайте, а давайте я еще раз залечу туда. Жаль, что в Бедроке нету спектатора. Так, отлично. Отлично, отлично. Наша карта опять есть. Я пишу гейм-мод, да? Если что, у меня мод на чат с этим, с возвратом предыдущих сообщений. Так что все нужные ссылочки будут в описании. И... Так, ну что ж, давайте, допустим, дать алмазы. О, все, есть. Отлично, ребята. Ну и на этом мы с вами закончили прохождение карты от подписчика. А если вы хотите, чтобы я прошел вашу карту, то пишите мне в комментариях ссылку на вашу карту, чтобы я ее смог пройти. Ну, или не смог, ну... В зависимости от этого. И поставить вам оценочку.
Ну а что ж, на этом был Рома Лептон. Всем удачи, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.